Доброе время суток, вы на канале Let's Hard Games, с вами Бабкин, и сегодня мы будем проходить башню испытаний. Так, на каком мы испытании остановились? По-моему, это новый персонаж, да, был? Да. Эрмак. Окей. Думаю, будет легко, так как я за Эрмака достаточно хорошо играю и... так кто не может блочить? Я не могу блочить. Еще написано, враги не могут блочить. Может быть, я не могу блочить? Может, мы вместе не можем блочить? Да, сейчас. Привет. Ульт. А так, хочешь такую камбу? Получай 40%. На. Так. Кстати, вот такую вот камбу сделать в онлайне. Я, кстати, сегодня снимал онлайн. Ну, онлайн с подписчиками. Кто играл со мной, те поймут. Там нереально сделать такую комбу. Максимум 27%. Потому что лагает дико. Ё-ёй. Короче, я погорел. Отлично, да? Сколько можно гореть? Смотрите. Так, дальше. Чё тут? Какой-то супер заряд. Чё дает этот супер заряд? Чего-чего, но я X-Ray не ожидал. А, быстро. Я понял, быстро заряжается энергия. Окей. Fight. Лол. Я даже двигаться не могу. Даже драться еще пока не могу. Могу. Вообще нечестно.
Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, за Ермака, я думаю, проблем не будет играть. Чё там за качели? Окей. А, X-Ray отключен же. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, как споймал меня. Умер. Да. Так. Ваше положение наклоняет арену. И чё? Но это лол, да? А, блин, X-Ray же нельзя делать. Что-то я злупил. О, это отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Есть. Качели. Так, Шаолинский монах, акт 5. Опять мы играем за Лю Кэна и Шан... и Кунг Лао. А здоровье Шансунга непрерывно восстанавливается? Окей. Начнем мы... Вот так, да?
Ой. Это плохая идея. Ой-ой-ой. Сейчас отхилится. Так, есть X-Ray. Получи. Так, Лю Кэнг почти восстановился. Ты чё, упоротый? Он стоит. Пробьет его, да? Да. То есть, по сути, гору можно и не лупасить, да? Ага, играем за Бураку. Сейчас будем валюту зарабатывать. Чем без руки еще? А, тут надо их быстрее убивать, да? Я понял. Давайте еще одного. Ай. Вроде бы успел. Чё? 50 штук убить? А нет, тут что-то другое. Ой, нормально накромсал. А, так в принципе несложно вот так накромсать. То есть там типа за удар, я так понял, считается. Ничего, неплохо, неплохо идем. Ух, что это за дылда? Окей, какой-то генерал прям. Еще чуть-чуть, давай.
Окей. Теперь я представитель тарканов. Тарканы или как они там? Или нет? Да, тарканы. Певец такой таркан есть. Он похож на него. Окей. Чем рептилия тут такой крут? Он реально крут. Смотрите. Ой-ой-ой. А чё, я блок не могу ставить или что? Тут какая-то рептилия, она... улучшенная, что ли? Окей, 4 руки. С одной полоской здоровья? Я думаю, Шива самый больше выбьет мне. Здоровье? Вообще не давать прыгать. Ой-ой-ой. Вот корова. Я ж говорил. Да ладно. А, нет. У меня заново ХП. Поэтому не все так печально. Нашинкуем. А, там немножко добавляется. Так, ну это парень вообще бестолковый. Блин, рано. Котейка. Победитель по жизни. Так, давайте тест на силу. Что-то будем бить. Что это? Кирпич?
Ну. Кстати, после полоски практически вообще не хочет идти. Лю Кэнг. О, нет. А, только черепами, короче, стрелять нужно. Это очень печально, на самом деле. Потому что я даже драться не могу. А нет, в принципе, коцаю нормально. Я думал, там будут коцать по чуть-чуть. Кстати, с энергией не хотелось сделаться. Там можно было сразу три штуки пустить и почти убить. Воскрешать. А... как мне это делать? А, я понял. Окей. Ну-ка, есть комбинация у зомби или нет? Мне просто интересно. А, да, есть. 1-1-4-1. Назад 1-4-3. Ну, давайте. Смотрите, так это же Джакс. А ну-ка. Да, так это же реально Джакс. Смотрите. Боевка Джакса. И стойка Джакса. Блин, надо было посмотреть спешл атаки. Вдруг он там как-то рыгает или еще что-то делает. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, короче, эти Саб-Зиро будут в меня стрелять. Fight. А у меня есть экс-рей. А ну-ка. Окей. А вот это очень плохо. Посмотрите. Я еще живой, нет, не живой. Срань. Окей. Ай-яй-яй, профукал я. Вот такая вот камбушечка. Милая на 15%. Кентаро. А, и чё? Ага, понял, там серия заданий. Итак, А, я понял. Только вот, давайте комбу, я не помню. 4-4-1, да, там есть такая? А, 1-4-4. А, удары в прыжке. А, есть. А, есть. А, есть. Ah!
Отлично. Бросай меня полностью. И я так понял, вот такие вот штуки должны, да? Да, есть. И такая, наверное, да? Или снизу. Ой, тут что-то далеко. А нет, вот такая все-таки. Убить противника. А, так у меня есть энергия. Причем бесконечная. Давайте попробуем. У-ху-ху-ху-ху-ху. Надо Милена. Милена. Ой, Китана, то есть. А я там уже не помню, как комбы делать, а вот. Даже ни разу не попал. Жесть. Сейчас вообще в мясо. Ну, нечестно. Ху-ху-ху-ху-ху-ху, порвал. Так, и еще один тест на внимательность. Ну, давайте, это не составит труда, как обычно. Я еще ни разу, по-моему, не проиграл в тест Your Sight. А, причем их тут три. Ну, давайте начнем. Кэпса Mortal Kombat. Бита, да? Ну, и че? Посмотрите, какой шансунг довольный. Я все еще жив. Играем за Смоука. Окей. Сейчас все будет. Так вот простенько. Убьем. Фаталити. Передоз. Эджува. И давайте на этом закончим. Спасибо за просмотр, с вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочку вы увидите в описании. Пишите свои комментарии и не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.